Вот уже Голубич на площадке, все хорошо с Павлом. Но здесь пытаются заковырять шайбу могилевчане. Где же она? Она лежит рядом. И здесь уже контратвет аршанцев. 3-1 получается. Субботин. Субботин. Что же будет делать? Максим, передача на партнера. И Малков. Браво! Отлично. Заправский форвард. Сначала мы смотрим, что здесь случилось на пятаке. Голубич пытался заковырять эту шайбу. У Печура также не получилось нанести бросок. Ну и Филичкин подобрал сам же шайбу. Отдал Субботину. Тот протащил, отдал передачу. Но у Андрея Филичкина. Вбрасывание, остается шайба у Локомотива. Есть вариант для атаки. Субботин, будет прострел. Нет, это был же бросок, добивание, гол! Локомотив открывает счет в этой встрече. И, если не ошибаюсь, делает это, когда Мельников забросил. Субботин, я думал, что будет простреливать. Нет, он прострелил. Малков неудачно, неудачно в этом моменте отразил шайбу. Ну и да, прямо на рожнике. Здесь неплохо ближний угол пытается проткнуть шайбу Кунцевич. Еще одна попытка, еще бросок. Малков спасает свою команду. Еще раз была пока что единственная взятие ворот в этой встрече. И вот контратака очередная от Локомотива. Пышкайло против Калина. Пышкайло разворачивается на партнера. Еще одна передача. Как классно все разыграно. Где же шайба? А Малков вновь выручает свою команду. Эти обнимашки. Ну а здесь обметка с пятака расстреливал. Кунцевич на добивании. Но Малков справляется со всеми этими выстрелами. Как классно расчертили эту атаку. Аршанс на лету поймать шайбу. Но Малков с этим набросом справился. Владислав Гончаров, нужно отдавать направо. Так и следует. Бросок с кистей. Добивание. Малков спасает в очередной раз. Пробросились не в том направлении. И гол! Вот так вот неожиданно бросает Субботин и забрасывает. Проспали, совершенно все проспали. Проиграно здесь было вбрасывание. Ну и Субботин бросает, по всей видимости. А вновь Масилевич запишет на свой счет результативную передачу. Если бы не Артур, что же было у нас на табло? Даже сложно себе представить. Локомотив как будто в большинстве. Здесь передача, и все-таки! И все-таки гол! 3-0! 45-45 у нас на табло. Отличная передача. Летает, но вот Маломальский какой-то опасный момент. Мы с вами увидели его заворот Локомотива. Субботин сам накручивает. Передача. А шайба где? А шайба не влетает. Ворота. Добивание. Но мы смотрим с вами за отличным проходом Субботина. Замыканием партнера. Ну, Малков. Малков здесь вновь хорош. Атаком. Чистенько мы за этим наблюдаем. Длинная передача от Гончарова. Оставление. Мельников сам идет. Десятый номер. Будет ли бросок? За ворота заворачивает, однако. Передача. Передача на синюю линию. Обманное движение. Мельников. Оставление. Что творят? Что творят? Не удалось замкнуть этого могилевчан. Такое чувство, что парни Матерухина играют третий матч за трое суток. Смотрим за, наверное, последним вбрасыванием в этой встрече. Ну и контратака. Сайко успеет выйти один на один. Седьмой номер Могилева и не забрасывает. Степанов!